Здравствуйте, это вновь я, Роман Хардиков. А это значит, что мы вновь готовим на мангале, и у нас вновь лето. Вот такое вот странное лето в этом году. Но это никак не помешает нам готовить. Так, сегодня у нас два замечательных блюда. Сегодня мы готовим карася на плоту. Внимание, на плоту. Конечно же, это должен быть белый амур, но в наших краях белого амура найти сложно, поэтому будет карасик. И также мы вот купили вот такие вот лепехи. И мы их будем начинять. Ну, первым делом я займусь овощами. Так, берем доску. Берем доску, берем нож. И нарезаем не слишком мелко наши овощи. Грибы. Грибы, прежде чем вы начнете готовить, солить не нужно, иначе они очень быстро пустят сок. Так. Так, ну и сразу решетку будем раскладывать. Резать и раскладывать. Так, решетку кладем. Сразу кладем на нее грибы, чтобы видеть сразу количество, да, продуктов, которые у нас есть. Грибы можно положить плотнее, потому что они под воздействием температуры уменьшатся. Так, еще грибов. Ну, я думаю, еще один. И будет достаточно. Все, закрываем решетку. Закрываем решетку. И кладем. Так, сейчас раздвину угли, чтобы жар распределился равномерно. Угли нужно разбивать. Шампиньоны отправляем на мангал. Так, нам еще понадобятся баклажаны. Вернее, один баклажан. Режем его не крупно. Вернее, почему не крупно? Хотя, ну, сантиметр для мангала это не крупно. Так, берем еще одну решетку. Так. Выкладываем баклажан. Все прекрасно поместилось. Закрываем решеткой. Польем маслом. Так, это есть с одной стороны и с другой стороны. Масло, перец, соль. Так, соль. Угу. Все, и отправляем на мангал. Грибы у нас готовятся быстро. О, хорошо как. Я думаю, сбрызнем их маслом. Так, начинает гореть сразу масло. Для того, чтобы у вас не горело, просто достаточно, не обязательно лить воду на угли, просто достаточно их посолить. Вот, видите, сразу.
Ну и все, эта история закончилась. Все. Даже лишняя соль не понадобилась. Так, нам нужен перец. Перец, в принципе, режем, как вам понравится. Да, я просто обрезаю вокруг плодоножки. Перец у нас зеленый, самый вкусный, самый полезный, конечно же, желтый. Так, перец. Я думаю, этого достаточно. Сейчас мы наши грибы приготовятся. Ну, им осталось совсем чуть-чуть. Буквально, наверное, минутку с другой стороны. Перец пока мы отложим в сторонку. И займемся рыбой. Рыба карась. Карася нужно первым делом, конечно же, почистить. Ну, чешуя у него крупная. Поэтому, в принципе, это можно сделать даже руками. Я просто боюсь, если я сейчас начну ножом чистить, то у меня здесь вся поверхность будет в шелухе. А я этого, признаться, не хочу. Поэтому аккуратнее сейчас в данных условиях почистить руками. Посмотрим, что у нас с грибами. Грибы красавчики уже готовы. Аккуратненько, горячо, поэтому помогаем себе ножом. Все, грибочки готовы. Просто их снимаем. Они как в тюрьме такие. Мы хотим на волю, мы хотим на волю.